К другим темам. Подготовку к празднованию в 2015 году 2000-летия города Дербента обсудили на заседании рабочей группы в правительстве Дагестана. Провел его Мухтар Меджидов. На встрече присутствовал исполняющий обязанности министра экономики Дагестана Раюдин Юсуфов. Он рассказал о том, как ведутся работы по финансовому обеспечению празднования юбилея. Это первое совещание рабочей группы. Уже в мае этого года в Дербенте состоится заседание оргкомитета по подготовке празднования 2000-летия города под руководством полпреда президента России в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина.